нее старая шумиха. Есть. Такая была. Меня зовут Андрей Рудницкий. Я приехал из города в связи с войной как беженец. Уехали из Горловки на автобусе через Ясиноватую, перекрытые дороги. Что еще делать? Опасно было? Пошел через Лалаваху. Ну как опасно? Ну если бы ехали где-то, может было опасно. Ну там проехали вот спокойно более-менее. Вот. Доехали до Урзуфа. Там пожили какое-то время, переехали в Бердянск. А из Бердянска уже нас вызвали в консульство на проверку, консульскую проверку в Харьков. Чтобы уже дать вам билет в Израиль, да? Да, чтобы открыть визу. То есть то такие моменты лучше валить вообще? Ну да, потому что уже толку не будет. Вот, приехали в Харьков, прошли проверку, вроде все хорошо. И потом нам дали ваш номер, мы пришли. А где дали? Ну, в самом консульстве, да? Я не знаю, или в Кейсе, или где-то. Не, израильский культурный центр, посольство. Посольство Израиля, наверное. Да, консульство. Да, ваш номер. Ну, пришли, вы нам предоставили жилье. Какое? Посуточное жилье. Ну, как, это Караярыш или нет? Это Караярыш, 17-27. Да, в каком там стиле? Хорошо.